Мы решили заехать на Бархан Сарыкум. А потом уже поедем в кемпинг. Такая вот дорога. Гребенка. Ну такая интересная. Песчаная какая-то прям. Туда на гору? Да, может уже не пойдем. Поднимаемся на Бархан. Это где-то там, сейчас покажу. Да, подниматься тут получается так долго. Ну как, тяжело их? Тяжело подниматься? Не, вообще нормально, только спина вспотела. Нормально. Еще осталось немножко. Чем? Далеко очень. Давай, раз. Выходим уже, все вышло. Выходим. Куда? Надо чуть-чуть лечь искать. Или оно уже не ярко. Забрались на Бархан. Вот такой тут вид.
тебе чем-нибудь помочь? Да я уж как-нибудь сама. Что-то осталось подняться. Уже столько прошла. По горочкам. Ну да. Погуляла тут, да? Все пирожки растрясла, осетинские пироги, пирожки с яйцом и луком. Ну-ну. Да, вроде бы уже вечер. Все равно народ еще едет сюда. Вот и сейчас не так жарко. Ну да. Днем наверняка тут ни в гору, ни с горы. Я вообще не представляю, как здесь в этот... В жару можно ходить. Когда днем на улице мы ехали 35. Сейчас вечером как-то более-менее нормально. Ну что, посмотрели бархан, Ань? Угу. Ну и что так? Красивая. Красивая. Красивая? Красивые. Барханчики? Ага. Понятно. А ты что скажешь? Круто. Понравилось? Побегала? Да. Понятно.